Всем привет, с вами Fallfire. Это видео будет посвящено танку Т-64, и как вы видите, я попал в топ списка. Продемонстрирую я всю мощь этого танка, но на первых минутах, конечно, мне все не задалось. Фортуна от меня отвернулась поначалу, я промахивался, по мне попадали, и едва меня чуть не убили. Позже меня начали окружать куча вражеских танков. Хорошо, что они были ниже по уровню, иначе они меня, скорее всего, забрали. Ну, каких-то координированных действий у противника не получилось, и поэтому я все-таки затащил этот бой. Если говорить про танк, то, скорее всего, сделаю отдельный обзор. А пока что посмотрите два этих боя. Особо комментировать я их не буду. Дам насладиться эпичностью всех этих боев. И, собственно, скоро выпущу видео по Т-64. В нем я уже разберу достоинства и недостатки этого танка и правильную тактику. Ну, я вам желаю приятного просмотра и обязательно подключитесь на мой канал. Thank you.